Это видео будет небольшим гайдом по пирогипостазису. Вы, наверное, уже сразу же догадались. Смотрите, как облака уходят, ребята. Он красавец, конечно. Обожаю этот куб, потому что я могу его с легкостью уничтожить. Ну, давайте сначала с ним познакомимся, на что он способен, ребят. Как и обычно, в конце будет рекорд, точнее, скорость, с которой я смогу его уничтожить. На что он способен, его скиллы, ребят. Перед вами он как раз уже начал выступать. Это шоу началось. Он действительно очень красив. Он типа, потому что смотрите, что он может делать. Это просто невероятно. Как же его бить? Вы спросите. А у него есть полоса снизу, да? Видите? Огненная. Нужно это сбить водой, ребят. И у меня как раз Елань есть. Это красавица, которая может спокойно с ним справиться. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Короче, я, в принципе, не буду ничего комментировать. Вы сами видите, на что он способен. Это действительно круто. Вам, опять же, что нужно главное делать? Это не стоять на месте, ребят. Кулак. Ага, вот сейчас надо аккуратно. Смотрите, радиус увеличивается после удара. Так, следующая атака его, ребят. Что ж такое у нас? Ух ты, я впервые такое вижу. Ребят, я впервые такое вижу, честное слово, перед вами. Что это? Ох ты ж, он! Я, честное слово, ни разу его не видел. Это не видел. Так, это обычные удары его получаются, да? Так, он... Это что такое? Ага. Обычно он, получается, взрывается. Теперь давайте посмотрим, как же его уничтожить до того, как у меня Елань падет, потому что у нее осталось очень мало хп, и, походу, ей будет сейчас конец. Так, уклоняемся. Рывок, отлично. Так, а теперь можно смело его убивать. Водяными атаками, ребят, любой персонаж, который имеет возможность сбить, вот это, змея с огненными шарами. Я не знаю, как называется, на самом деле, еще, но смотрится эпично, согласитесь. Бьет именно в то место, где вы находитесь. Видите, полоса начинает уменьшаться, да? На самом деле, более эффективный способ у меня есть, но я боюсь, что... Переехал каток, как говорится. Ну что, ну хватит, дайте мне хоть немножко. Ай, какой ужас. Вот до того момента, пока вы не собьете ему эту шкалу, естественно... Смотрите, что он делает. Он ему понравилось, видимо, раскатывать меня. Ну хватит, ну честное слово. Ох, ты ж как больно. Ладно, я еще так вот умею, смотрите. Эта штука тоже снижает. Вот, а теперь начинается самое интересное. Почему именно Елань, ребят? Если она, конечно же, не погибнет. Смотрите, как это работает. Чисто водой, ребят, сбью, но я чувствую, что сейчас будет конец ей. И реально! Спасите ее! Она же потом... Вот, все, смотри. Теперь самое интересное, после того, как вы выбили шкалу, можете наносить урон. Но, судя по всему, я, походу, ее не смогу наносить. А, вот, наконец-то, есть, все. После этого, видите, стандартная фаза, ребят, вы можете наносить колоссальный урон. Если успеете, естественно. А если не успеете, походу, Елань точно погибнет. Так, что здесь нужно делать? Нам нужно ломать эти штуковины именно как обычно, элементами. Элементами. Но я не успею, да? Не успею. Ах, я не успел. Это потому, что я слишком много болтаю, ребят. Так, короче, видите, что происходит? Ага. Это, кстати, мы не видели, но очень интересно. После того, как шкала сбита, она появится со временем, поэтому вам нужно будет успеть быстро все сделать. Кстати, я... Получается, не сломал все три. Возможно, и не надо было. Но в любом случае, таким образом его можно уничтожить. А теперь мы посмотрим, как быстро это делается. В любом случае, опять же, в какой локации, где вы сможете его найти. Он находится на острове Канадзука. Когда он у вас откроется, вы сможете его фармить. В принципе, награда у него сейчас посмотрим какая, да? Стандартно, естественно, что мы получаем, это ресурсы для развития персонажей, безусловно. И здесь добывается агат. Вы можете фармить без проблем. Ну а сейчас я готов, ребят, для того, чтобы его раскатать уже по-настоящему. Он возродился в течение 3-5 минут, и я уже готов его уничтожить. Это намек на то, что... сколько времени нужно, чтобы он возродился. Поехали. Так, давайте переждем, наверное, потому что это действительно опасный момент, когда он каток свой врубает, это жуть. Ё-моё. Все, поехали. Главное успеть просто сбить, на самом деле, ему этот щит. Просто сбить успеть, просто сбить. Давай. Оп! Чуть-чуть не успел, да? Такое тоже бывает, но я все, конечно же, исправил. Давай.
Давай, ну! Есть, все. Это должно быть конец, да? Так, отлично. Вот на этом, в принципе, и все, ребят. Вот с такой скоростью можно уничтожать, на самом деле. Очень приятно, согласитесь, да? Ну, еще раз возьмем награду, конечно, она мне не нужна на данный момент, но почему бы ее сейчас не взять после победы? В принципе, на этом все, ребят. Красную кнопочку под видео обязательно подписываемся, пишем комментарии, ставим лайк и нажимаем на колокольчик. И увидимся в следующей серии. Не забывайте смотреть видео до конца. Да, дальше у нас будет еще много всего интересного. Пока-пока.